Здравствуйте, с вами Сергей Кудренко. Для своего сайта Кудренко.инфо я занимаюсь темой интернет-магазина PHP плюс объектоориентированное программирование плюс MVS, ну можно сказать плюс jQuery, плюс AJAX-запросы. Ну, потому что я как бы хотел бы продолжить эту тему. А в каком плане? Я несколько раз за последнее время и у себя на сайте обращался к теме такого быстрого поиска по интернет-магазину. Не обычного такого поиска, который по тексту там что-то мы находим, а именно по автору, по названию можно было быстро вывести эту информацию, так сказать, проверить и потом перейти дальше, либо уже на страницу показа этого товара. И вот я один раз возвращался к этой теме, потом второй раз возвращался к этой теме. Ну, в общем, решил, что уже какой-то материал наработан, поэтому просто его приспособить в данном проекте. Так что на данном этапе у меня получилось. Ну, на данном этапе у меня получился плюс к тому, что уже было раньше. Это я создал такой поиск. Например, в поиск я ввожу какие-то какие-то буквы там, и подгружается какая-то информация. Например, подгружается она AJAX-запросом. После этого мы, например, переходим на этот материал. Так, видно здесь. Так, ну вот, например, там, видно, в базе данных не было данных. Высвечивается там картинка, дальше название, цена. Дальше мы, если нам не понравилось, мы закрываем, например. Может быть, что-нибудь другое вводим. Там, например, вот Донцовой много. Переходим, например, на Донцову. Вот такое кратенькое описание, цена. Перейти на страницу, например, мы выбрали, перешли на страницу, попали на страницу, и здесь, например, в корзину. Добавляю в корзину. Вот видите, у нас добавилось в корзину 18 и так далее. Так. Ну, дальше переходим в корзину. Вот так, на всех страницах, потому что я к хедеру подключил. Ну-ка, я еще раз попробую, что-то не понравилось. Итак, переходим, перейти на страницу. И... Да, 19, все нормально. То мне показалось, что от одного клика не подгрузилось. Таким образом, вот такой вот быстрый поиск по интернет-магазину. Я решил так приспособить к этому проекту, потренироваться, создать такой два AJAX-запроса. Один AJAX-запрос выводит информацию по книжке, другой, первый AJAX-запрос вот этот выпадающий список делает, второй AJAX-запрос вот этот вот информацию по книжке выводит, и дальше уже мы переходим на страницу и добавляем его в базу данных. Итак, на этом я вводную часть закончил, и теперь непосредственно приступаем к делу.